Наше обеденное приключение. Так, а ну хватит там со светом баловаться. Чё всё моргает? Ага. Ноутбук хотя бы выткнул бы. Так, чё, кто вообще есть кто-нибудь? In this room. Зимбабве есть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что-то как-то громко, по-моему, или нет, или я просто... Нет, я, пожалуй, убавлю только у себя. У вас, я думаю, все вполне себе... смотрибельно. Так, геймпадик. Да, даже вполне себе. Звук, я думаю, хороший. Не слишком громкий, не слишком тихий. Так. Какой сейф? Кажется, вот этот. 07. Это значит, седьмая лента, наверное. Удачи, удачи. Так, чё мы сейчас? А, мы взяли зажигалку, антидот как раз-таки. Антидот для чувака с... пардон. Так, у нас есть герб солнца, герб ветра. Еще нужно герб еще чего-нибудь, комнат дождя, наверное. Так, это я заберу, травку я оставлю, потому что скоро мы будем драться со змеей. Вот зажигалку я не знаю, нужна нам зажигалка или не нужна. Я не знаю. Может быть, обойму вот так убрать. И ключ от... Ладно, давайте вот так попробуем. Мало ли вдруг нам чем-нибудь еще понадобится. Потому что я после сохранения там куда-то бегал. Куда я бегу, я уже и не помню. Трансляция, которую вы смотрели, завершилась. Хуль ты тут, блять. Сейчас, секунду, ребят. Ёбаный. О. Вот так-то. Так-то лучше. Так. Тут что? Тут мы уже были, тут нам ничего не надо. Стол закрыт. Ты... А, опа. Отмычка. Это что такое? Ага, возьмешь пули для ружья. Ну, хорошо, возьму пули. Я думаю, нам они помогут, потому что потом будет драка со змеей. А змея это очень такой противник опасный. Так, стоп, я не туда иду, мне надо свернуться, наверное. Потому что мне надо чувака вылечить. Да, сюда я совсем не должен идти, я здесь уже был. Все обошел. Чё, а это, стоп, это там. Господи. Ёбаный стыд, что за кашель, а? Так, мне теперь... А хули я мучаюсь? Надо просто посмотреть карту. Второй этаж. Первый этаж. Мне вот надо... А куда мне? Мне надо с... Вот с левой стороны. Где вот там... Нет. Короче, я не пойму, куда мне надо. Я просто сейчас пойду по... Так, где... А, да, мне не сюда. Все, я все. Я отстань.
Все, я понял. Мне надо вот сюда, да, верно. Отлично, отлично. Стоп, а чё у меня опять моя цель для доната не появляется? Она постоянно пропадает. Походу компьютер знает, что я вру. Что ничего я не куплю на эти деньги. Просто их пропью. Поэтому он не хочет отображать цель. Так, мне, значит, мне вот сюда. А, стоп, а вот что здесь интересно? Опа, еще одна дверь. Здесь мы не были. Здесь мы не были. Тюрюм. Ты. Ой-ой-ой. Ваза какая-то. Ой, бля. Чё-то спуки, пацаны. Надеюсь, это кровь не моих друзей. Бля, я вообще надеялся, что это вообще не кровь, а джем какой-нибудь. Зачем нам кровь-то? Пусть лучше. Ой-ой-ой. А, я вспомнил. Здесь у нас лежит гранатометыч как раз-таки. Мне его некуда положить. Поэтому я пока что не буду его трогать, да? Просто надо запомнить, что он здесь лежит. А уже потом мы к нему вернемся. Хотя, с другой стороны, мне тогда по-хорошему надо просто пистолет убрать в ящик, да, и забрать гранатомет, потому что потому что сейчас мы со змеей джебошиться не будем. Так, карта. Где мы находимся? Особняк, второй этаж. Вот я здесь, да? А мне сейчас надо в эту дверь, кажется, и там будет спуск. Мне, короче, надо спуститься по лестнице. Я должен оказаться как-то на. А, вот, все. Вот этот хуй. На. В смысле он мертв? Ах ты, сука. Это я что, не успел? Тебе уже нет, блядь. Я и друга убил, короче, и трава пропала. А, нет, я забирал, кажется. Тогда мне нужен гранатомет, наверное. Господи! Отстань! О, господи. Вот это я мудил, короче, тормозной. Я кнопки перепутав, на чё стрелять, стою жму, блядь. Да. Профессиональный игрок, профессионален во всем. Так, это что за место такое? Какие-то планеты. Или тарелки. Понятно. Что мне здесь? Мне везде предлагают взять патроны для пистолета, но как уже известно, мне просто некуда их девать. Невозможно. Ну, сейчас, в принципе, если я получу еще урона, да, то тут еще что-то. Темно и ничего не видно. Но у меня есть зажигалка. Здесь это не. В смысле не поможет, блядь? А чё мне поджечь? Темно, блядь. Может, канделябр вот есть? Свеча. Во. Вот этого я реально не знал. Точнее, не то, что не знал, я не помнил. Так. Еще одни. О, господи, да у меня очень маленький инвентарь, ребята. Ну, это просто. Эта игра сводит меня с ума. В этом и, конечно, ее шарм, что что я не могу взять все на этом свете, да, но что еще я не могу взять? Ну, пленка мне не особо нужна, хорошо. Небольшая потеря. Патрон для гранатомета. Ну, в принципе.
Гранатомет я уже нашел, где лежит, да, но... Что, а здесь, вот здесь, вот здесь пули, да? Ну хорошо. Привет, Веня, привет, чат. Привет, Миник, привет, чат. Только ты здесь один, походу. Или у меня сломался чат, я не знаю. Я пока один вьювер, но скорее всего так и есть. Так что... Привет, Миник. Хотя нет, написано, теперь написано три человека. Ну да. Ты, я и мубот. Ничего страшного, может когда-нибудь народ потянется. Вообще я играю для себя, а не для кого-то, так что... Так что все хорошо. Я прям, знаешь, я вот сегодня в обед поиграли, когда... Я поиграл, вы посмотрели, я прям это... Я прям таки кайфанул. Закрыто, фигура щита. Бля! Серьезно! Вот... Просто к черту эту игру, серьезно, к черту. Я только выложил ключ со символом щита и... И обосрался. Так, значит, короче... Какие действия? Я не очень хочу выкладывать ружье. Так, в принципе, мне можно сходить в ближайший этот. Блядь, там челиха, блядь, я напугался, господи. Боже мой. Вот, я могу, в принципе, сходить вот в этот тайничок, да? Сейчас я выложу здесь... В принципе, пока могу выложить ключ с этим, с броней. То есть мне пока что нужен ключ со щитом, потому что сейчас там будет змея. Вот, мне нужно освободить немножко места для патронов, для еще чего-нибудь. Сейчас посмотрим, короче. Так-то вот эта херня мне, вот так, мне не нужна. Вот эта херня. Сыворотка мне нужна, потому что я отравлюсь там. Ключ доспеха мне не нужен. То есть сейчас я подберу патроны, да? Заряжу, допустим, их. Ну, у меня в один стак они все полезут. В один слот. С мужика и там. Гербы не нужны, ключ щита. Я, наверное, засейвлюсь. У меня ленты, правда, мало осталось. Там, конечно, лента на столе лежит, но это надо дополнительный слот. Чё, Миник, чё делал сегодня? Как твоя воскресенье? В церкви был? Может, там, не знаю, с покупками ходил? Чё ты вообще делаешь по воскресеньям? Так, ну ладно, я думаю, в принципе, нормально. Хотя можно пистик, в принципе, выложить вообще. Ну ладно, сейчас засейвимся, посмотрим, как это будет. О, боже мой. Боже мой. Великолепно. Великолепно. А, вот я в ту сторону подымался, и там... Блядь, дверная ручка сломана. Чё, мне обходить надо будет? Опять? Я не верю. Я не верю. А, хотя... А, во, всё нормально, всё нормально. Иди гуляй отсюда. Ты меня уже напугал раз, я больше не хочу пугаться. Да, милая. Ну, брось он туда прям. Сейчас, хорошо. Секунду. Все равно никого нет. Тут только Миник, наверное, сидит. Даже он ушел.
Отвратительно. Вот какая злина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вот Матвеюшка пришел. Здравствуй. Здравствуй, Матвеюшка. Так, ну чё, мы пока соберем пульки, приготовимся к бою. Ричард из группы... В смысле, Ричард из группы Браво, блядь? Патроны собирай, я уже видел. А? Хорошо. Ладно, возьмем магазин. Только проснулся, ты чё? Ты из этого, что ли? Из Владивостока или так? Дневной сон. Ну, знаешь. Хороший воскресный дневной сон. А я тупой, я не взял ключ. Ну ладно, сейчас соберем, короче, хабар. Сделаем две ходки. Я забыл взять ключ со... Вебка не отвалилась, сейчас тут просто... Госпожа хозяюшка, она сейчас тут дела сделает, секунду. Она у меня очень стеснительная, так что не вздумайте ее стеснять. Наглецы. Так, ну все, у меня слотов больше нет. Мне еще надо вот здесь вот патроны взять. А, нет, стоп, не здесь. Сейчас будет вам вебка, чуваки, все будет хорошо. Да, дневной сон — это хорошо. Господи, простите. Дневной сон — это тема, конечно. Я вот сам, знаете, как бы по утрам шибко спать не люблю, но вот днем поспать я вообще любитель, то есть... То есть я могу поздно лечь, рано встать, да, с утра я поздно, точнее, долго поспать не могу. И получается так, что... Я с утра встану, но потом через несколько часов... Меня начинает трясти всего. Я хочу спать. Так что да, дневной сон — это, конечно, здорово. Да сейчас я пойду душить змею, подожди, мне надо ключ забрать. Я забыл опять. Там нужен ключ со знаком щита. Сейчас я его заберу и все. И пойдем змею душить. И пойдем душить змею. Змею. Так. Я просто даунич, блять, я все. Так, можно, в принципе, еще засейвиться разочек. Хули. Чтобы не тратить эти ходки постоянно. В принципе, на этом режиме очень, очень много этих лент, так что у нас всегда будет шанс сохраниться. Я, сколько вот я не играл, я ни разу не помню, чтобы у меня всё не было такого, что, точнее, чтобы у меня было такое, что я не мог сохраниться. У меня постоянно было как-то определенное количество. Так, а где лента? Вот она. А, найс, я не могу ее положить в один слот, ну ладно. Так. Это мне понадобится. Возможно, понадобится что-то забрать со змеи. Ну и тогда я потрачу сыворотку и траву, если что. Милая, ты закончила? Милая. А, ладно. Игнорирует меня. Глупая баба. Так. Ну вроде я ничего... Блять, ты сука... Ничего я не забыл, короче, хер с ним. Если что, еще сбегаю. Правильно, не проблема. Чай, вход не платный, так что... Короче, походу она все, я включаю веб-камеру, встречайте. Ой, я не то включил.
теперь вот то. Прошу любить и жаловать. Мистер Веня. Диджей. Диджей Вениамин. А кроме Резидента будешь чем-нибудь? Ну... Это зависит от того, уйдешь ты или останешься. Не знаю, я... Я вообще планировал... Я скачал, конечно, этот... Блять, да... Ой, стой. Вот это. Ну, вот еще ты ползать будешь. Вот, собственно... Помимо этого... Я еще скачал Паразит Ив, но не знаю, конечно, потянет он, не потянет. Там тоже какие-то проблемы с графоном в эмуляторах. То есть там нужен определить... Блять, чуваки, угадайте, что я опять не взял? Не взял ключ, блять. Ёбаный стыд. Ух, ладно. Да. Знаешь, я больше не буду выключать вебку. Ебись, как хочешь, я... Больше, блять, не могу. Все. Оу, джедай зашел. Здравствуй, Тимоша. Так вот, не знаю, что там с Паразит Ивом, потому что он может просто не заработать. А что тебе графон-то не нравится? Хороший графон, по-моему. Приемлемый такой, знаешь. Приличный графониус, мне кажется. Завтра стрим будет. Конечно, будет, а что такое? Что завтра за день такой, чтобы его не было? Ай, найс, затроуч вообще кидает тебе, брат. Найс, затроуч, брат. На джойсте было бы удобно гамать, а я, блядь, на чем гамаю, как ты думаешь? На... На залупке своей. На залупке, думает, гамая. Дурачок. Ой. У меня он даже беспроводной вообще. Всякое такое. Для 96 года графини. Да, кстати, я вот чё... То есть сам графон хороший, учитывая то, что, допустим, Alone in the Dark, да, который вышел примерно в то же время, чуть пораньше. Alone in the Dark, там бы, блядь, вообще, конечно... Там, а игра 95-го, что ли, года? Там вообще можно сдохнуть с этого графона. Это отвратительный графоний, так что... В Резиденте еще ничего. Ты чувствуешь, когда игра стареет тебя. Ну. Всех не переживешь. Че, проходи, я тебе все сказал. Вот. Как тень просто. Во, ключ бесполезен. Бросьте, отлично. Я выкинул ключ. А чё? Все, ребята, готовимся. Сейчас будет... Сейчас будет мочилово просто невыносимое. Слушай, если я разрешу тебе ходить, не знаю, что надо ходить теперь постоянно здесь. Так, и... Все, ребята, будем сейчас душить змею. Книги, инструменты, ничего важного. Так. В школе завтра всем расскажи про эту игру. О, боже мой, какой ты жестокий. Какой же ты жестокий. Прямо жжит, блядь. Я, кстати, не помню, тут надо что-то, чтобы она тебя... Она меня сейчас это задушит нахуй.
А, господи! А чё она так съела-то вообще? Пиздец. Чё она так куснула-то прям? Прям сразу ваншот. У меня до сих хп очень мало было. Тут я прям испугался, короче. Фух. Ну вот, поэтому и надо сохраняться, потому что... Неприятно, неприятно. Ты опять вошел в мир ужасов. В третьей части перекат добавили. А я, кстати, ни разу так и не перекатывался, ты знаешь. Так, значит, ключи забираем. Эту хуйню сбрасываем. Короче, все. Мы делаем вот так вот. Я даже... Хотя... Хотя ладно. Вот, да, я тоже очень часто наблюдаю, как чуваки перекатываются, но сам никогда не умел это делать. Там что-то, блядь, триггеры надо в сторону, что-то там доджить на Б или типа того. Че не на Б, а на этот. На кружок, ну, в общем. Какая-то хрень. Я так и не понял, как это делать. Так, стоп, а мне же получается, чтобы за гранатометом идти, там ебануться надо, сколько идти. О, боже мой. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Сюда это куда? Dark Souls своего времени, ну... Не, помню, в Dreamcast была очень классная игра, она называлась Драконус, Cult of the Worm. А, стоп, я вышел там же. Драконус Cult of the Worm, там можно было, то есть, типа, она действительно была как Dark Souls. То есть, там можно было играть за магичку или за какого-то воина. Собственно, там тоже можно было перекатываться, выполнять задания всякие. Очень интересная игра. То есть, две линейки сюжетные и довольно-таки открытое пространство. Вот я кайфовал, когда играл, бля, там предметы и всякое. Что-то я не понял, я сейчас вообще, я опять убегусь куда-то, не знаю куда. Готов поспорить, что там можно пройти как-то быстрее. Потому что я сейчас побегу через собак, они мне дадут пиздюлей и... Вот, это я о чем и говорил. Что ты делаешь? Хватит толкать, блядь, это... О, господи. Конечно, ебанутая игра. Все, пиздец. Я сейчас умру просто. Ну вот и слот освободили, называется. А мне еще надо дойти будет обратно. Мать твою. Мать твою. О, блять. Вот где вот я вышел, скажите мне. И в чем был смысл моих движений, когда я мог пройти как-нибудь по-другому? Скорее всего. То есть я в итоге спустился, да, прошел кучу коридоров, хотя я мог выйти, наверное... Да, вообще будет забавно, если ты сейчас войду и войду в тот же коридор, откуда я начал. Вот это я буду... Мудель. Максимум мудель. Так, ну здесь сейчас, когда берем гранатомет, там что-то вороны налетает или типа того. Ой, бля, у меня опасно, чуваки. Так, стоп. Да-да-да, мне не... Форест, вороны заклевали его до смерти. Нет, ты...
Да возьми ты гранатомет, ёпта, и беги отсюда уже, просто, мне не нужно говорить, кто это, Форест, Гектор там. Блядский ты рот. Что-то надоели сцены с поднятием на лестницу или открытием. Ты чё, вообще с ума сошёл, что ли? Это лучшее, что есть в этой игре, блядь. Остальное можно не смотреть, но как открываются двери, ты смотреть обязан. Это вообще, это... Это даже, я не знаю... Ну, действительно, я пришел в тот же коридор, где я начинал. Только теперь у меня нету ХП. Ладно. Так, от меня теперь куда идти-то уже? Я уже запутался, все. Можно заново загружаться, как говорится. Если сейчас я не умру. Да, все нормально, я пришел куда надо. Просто понимаешь, если бы ты... Да, вот, вот Миник говорит правильно. Если бы ты... Короче, ты просто смотрел бы на, не знаю, на каждый раз ты посмотрел на загрузки. А так ты хоть на дверь смотришь, что интересно. Эй, блядь, что ты не прицеливаешься-то? Ползи отсюда в свою дырку. Глупая змея. Приняла на ротяку. Тупая змея. Ты еще что существовала версия для геймбоев? Серьезно? Что-то новенькое. Ну, вот так вот, в том-то и дело. Не, конечно, сейчас вообще есть, я так понимаю, версии, допустим, где ты можешь пропускать все эти приколюхи, да? То есть без прогрузок. Обмазываться. То есть просто либо ты можешь пропускать эти двери, да, как они открываются, либо они вообще не показываются. Так, собственно, я подобрал третий значок. Это луна, да? У меня есть луна, солнце и ветер. Миник, ты не помнишь, какое количество надо? Три или больше? Мне кажется, три штуки надо. Три эмблемы, чтобы открыть там дверь, короче. Я не помню сколько, то ли 3, то ли 4. Навряд ли больше. Хотя может и больше вполне. Так, это мне сейчас сюда вот. Бля, какой я тупой, короче. Я просто обошел всю карту. Не, в систему полива не надо заливать. На самом деле это нужно... Бля. Там смотри, в чем прикол. Там, если тебя, короче, змея кусает, то ты отравляешься. И что-то у тебя, короче, ты падаешь в обморок, да? Тебя там то ли барина охотит, то ли ты просто через какое-то время, значит... Короче, ты смотри, ты если она тебя умудряется укусить. Бля, да что ж такое?
ты падаешь в обморок, ну, то есть ты змею пиздишь, да, она уползает, но при этом ты падаешь в обморок, потом просыпаешься, и, типа, ты отравленный там вроде, тебе надо, короче, эту сыворотку сожрать. Но я, видишь, как профессионал отхуячил ее гранатометом, и мне это не надо. Ладно, давай возьмем гербы. А я могу их совместить, интересно? О, отлично. Великолепно. Так, че, берету возьмем тогда. А это положим. Я не думаю, что нам много надо... Много слотов понадобится. А в систему полива-то я уже закидывал эти удобрения. Это уж давно было. Больше они не нужны. Ой. У меня тут еще пули есть. Нифига себе, слушайте, а я... Как бы на патроны-то я богат. Я думаю, они мне не очень пригодятся, так что я, пожалуй... Вот так вот оставлю. И попру. Так, я еще куда-то заходил перед этим. Перед тем, как... А, стоп. Блять. Ключ, я думаю, взять... А между пирсами есть разница, например, если там за куна играть, можно в рукопашку там жестко хуячить или еще что-нибудь. Нет, там различается сюжет. То есть, типа, в одном случае пропадает Джилл, то есть, за которую я играю, в другом случае пропадает Крис, которого как раз-таки я вот сейчас ищу. И у них немножечко головоломки меняются. Где ключ-то этот ебливый? Вот ключ доспеха, базук, сыворотка, да? Вот, то есть, а вот таких особенностей, как там урон, да, тут такого нету. Просто немножко меняются загадки. Вроде даже хорошо меняются, насколько я помню. То есть... Ты куда-то попадаешь раньше там, или какие-то предметы находишь. То есть я вот, допустим, нашел красный, да, этот. А, не, синий кристалл я нашел, там тигру в глаз вставил, там что-то появилось. Хуё-моё, вот. А за Криса, наверное, найдешь... Что-нибудь другое. Так, что тут так подсвечено? Трешки в режиме наемники будут три перса, Коля, Миша и этот Амиго, не помню. Карлос, кажется, его звали, типа того. Они же сейчас поражение ХП и получение очко за убийство. Ну, Мерсенерис, да, там все-таки по-другому идет. Там уже это как такая небольшая аркадка, что ли, получается. Я в него как-то никогда так не играл. Но в целом, да, там с этим делом... А я тут все сделал, да, кажется? Да, я походу здесь уже был, и все у меня получилось. А, я тут это, патроны. Блять. Здесь патроны от базуки лежат. Сука, базука. Михаил. Да, вот здесь вот я патроны не забрал. Что-то еще там было. Возьмешь граната? Знаешь, возьму граната. Что ж ее не взять?
Все убрано. А, или вот здесь вот. Вот здесь вот что-то было, да? Да и хуй с ней. С этой пленкой, с этой лентой. Там еще комнаты, но я не уверен. Потому что я сейчас вроде как иду по другому заданию. Еду за солярой. И буксую в глине. От такой работы. А, тут фигурка члена. Закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Так, ладно, все, шутки в сторону, надо вспомнить, куда мне идти, чтобы попасть в... Я же, кстати, на улице не был, вот это самое обидное, потому что, почему? Потому что там может быть как раз-таки четвертый элемент, да? Если он есть. Так, я опять сейчас пойду через жопу, да? Я туда не хочу. Через жопу. Надо идти как надо. Здесь я выход этот спуск, кажется. Ладно, хуй с ним. Давайте здесь пройдем. Здесь змея. Тоже неправильно иду. Мне, короче, надо либо... Где эмблемки, да? Если их там больше, чем 3 штуки. Скорее всего, больше их, если даже... Если не 5. Может быть, их даже 5, на самом деле. Тогда я совсем обосрусь. Потому что я не помню. Прошу прощения. Сейчас мы сюда зайдем. Ключ-посп. Ключ-посп. Все, он уже не нужен. Отлично, бесполезно. Да. Супер. Супер, 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 супер. Угу. Шар. Огромный шар. Предмет искусства. И это вы называете искусством. Так, патроны. Но это не помешает. О, привет. Так, 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 стол закрыт. Применишь? Отмычка, конечно. Да, зеркало, кстати, да, я тоже удивился, блядь. Зеркала в этой игре хоть куда. Ладно, возьму пули на всякий случай. Можно даже взять шотган, стрелять. Зеркала, да, сейчас, блядь, сплошные эти... Don't trust anyone, even yourself, да? А раньше... О, господи, блядь. Какой ты жуткий. Пиздец. Жесть. Но это неспроста, да? Бля, еще зеркало, ёпт. Вон, даже отражение... Это мертвеца. Это я понимаю. Ничего важного. А сейчас такое не делают. А вот, кстати, и очередной... А, нет, это не... Как получить скина Барика? А ты неплох. А ты неплох. Привет. Привет. Ладно, насрать на эту ленту. У меня просто такое ощущение, что там кроме ленты... Нет, только лента лежит.
У тебя нет ключа от этой комнаты? В смысле, нету? Давайте зеркало разъебем. Нет, нельзя. Из ТФ-ки, что ли? Не отвечай ему, он это... Он тебя байтит, он тебя... Тебя сейчас затроллит как, а? Ты будешь потом... Мне жаловаться. У меня места нет под траву. Хуй с ней. Слушай, ты серьезно спрашиваешь, ты не троллишь, что ли? Тогда выиграй 5 игр за Барика. Идиот. Не, там, кстати, там как-то... Там дают это самое... Как-то с задержкой бывает дают людям. А можно, да, действительно в саппорт вообще написать? Так, у меня нет ключа от этой комнаты, да? Как я вообще туда прошел? Don't trust anyone, even yourself. В принципе, да, я могу сейчас уйти туда вдаль. Через собак, получается. А, вот, как раз мне туда и надо. Да. В принципе, да, можно еще через саппорт. Не, в смысле, тебе 5 побед на барике надо сыграть. Ты сыграл вообще на барике-то, еб твою мать? Или ты... Или ты просто 5 побед сделал на... Вообще на любых классах и думаешь, что тебе все дадут. А хуй тебе. Надо на баряне играть, чтобы дали. Вот, кстати, вот я здесь еще не был, чуваки. На улице. Я туда вышел один раз, увидел, что это улица, мне стало страшно, я пошел обратно. Что тут собаки бегают. Вон что, блядь. Нахуй отсюда. Что-то я с вами церемонюсь, а ну-ка. Не, ну... Пятый левел, 5 побед, ну не знаю, ты мог и насосать очень много. Как ты встала, блядь, овца? Господи, что это за камера, я вас умоляю. Пиздец. Лежать. Все? Да, травы много, кстати. Надо запомнить. Короче, на улице еще много травы. Да. Хорошо. Кроме травы здесь чем-нибудь есть? Мне просто как бы... У меня вот этот момент. Ржавый котел. Ничего странного. Окей. А если... Вот считай, да. 8 горшков. Я богат. Так, сейчас по этому коридору прохожу. И в следующей комнате там будет одна запертая дверь. У меня сейчас ключей нету никаких. У меня сейчас нету никаких ключей. То есть вот эта дверь заперта. Закрыта. Фигура члена, да? А вот здесь вот собака и... Этот. Иди сюда, ёб твою мать. Блять, что я даже в этой игре не могу попасть. В этой игре с автонаводкой. Ну, грубо говоря, с автонаводкой, да? 4, да. Когда на западе заходит солнце и на востоке восходит луна,
Две есть. Появляются звезды. На Земле появляются. Короче, у меня нет звезд еще. Но я могу эти вставить, использовать. Да, еще, короче, надо звезды где-то найти. Они, походу, самые последние будут, так что надо чекать, где я еще не был. А вот где я еще не был? Вот я в этой комнате. Вот я в этой комнате в самом начале тут картины нажимал, да? А вот где тут... Что открылось от этого, я не знаю. Может, какой-то приз надо забрать где-нибудь. Только где? Конец жизни. Внизу есть включатель. Тут есть сообщение. Дай мне покой. Я ж нажимал, блин. Дай мне покой смерти, я дарую тебе радость жизни. Дратути. Как насчет звездной хуепутовой? Паразиты в охуе, нет никаких травок, надо глотать витамины, анальгетики, переливания делать. Хавать протеиновые капсулы. Травили, будь добр, пенициллина, ебни. Слепили, кали стимулятор. А еще там есть артефактики, дают разные полезные плюхи. Игра на самом деле с интересной механикой глубоко продуманы. Не, ну я скачал, но ты знаешь, я не знаю, что-то там пишет, что она на эмуляторах очень идет так. Там нужны какие-то особые эмуляторы, либо какие-то патчи с фиксами конкретно на эту игру, что там графон лагает или типа того. А еще на очень многих озвучках пропадает звук. Либо это локализатор такой у нас, да? Либо еще что-нибудь. Ой, блядь, надо. О, господи. Надо сесть как-нибудь по-человечески. 6 человек, 6 человек на канале. Охуеть. Ну, вроде все свои. Даже ни с кем здороваться не буду. Вполне шла нормально, да? Ты гладко стелишь, фраерок. Очень гладко. Так, а почему я иду опять сюда? Можно же пойти в другое место и срезать. Так, еще у меня есть зажигалка, да, и что-то там еще. Меня вот волнует второй этаж. Здесь я везде был. А на первом этаже у меня вот нету ключа большого члена, да? Вот. Вот здесь вот. Здесь он тоже нужен. А если я сейчас подымусь, это первый этаж, да? Если я подымусь на второй. И там вылезу, да? Вот теперь мне захотелось Гран-туризм второй поиграть. Эх, ну ты, блядь. Ты знаешь, кто ты, а? Ты этот. Не петух, а... Это, ромашка. Понимаешь, да? Хочу, не хочу, вот это хочу, другое хочу. Ты человек непостоянный. Так-то. Так-то. Так, ну я думаю, в принципе, можно сохраниться. Хотя у меня осталась одна лента. Мне кажется, сейчас настанет время, когда у меня не будет. А, у меня еще есть лента, еще одна. Ладно, можно одну потратить. Нихуя. На по словам доспачка папирос, почеши жопу волосней. Опрос я не абсос.
Получив ебасосу, ответь скорее на мой главный вопрос. Яйца болят, стая котят, тяжкие дни меня тяготят. Я Александр Друзь, мое кредо, грусть и кубу насрал на его барабан. Поле чудес, Рауль Рамзес, в очке пылает адский замес. Пили паладинов меня. Паладинов тебе пилить? Да, ты охуел. Спасибо. Спасибо, мучачо. Каких тебе паладинов, блядь? Тут душа льется во все дырки, блядь. Ты паладинов. Акстись. Чё тебе в этих паладинах? Они лагают он который день. А сейчас вообще вечер, воскресенье, сейчас все там играют. Даже сегодня вот я пытался поиграть, да? И вчера пытался поиграть какой-то, даже уже поздно вечером, по-моему. Нету, блядь. Сервера висли. А сейчас, может, что-то есть, ну, блядь, не знаю, я... Просто за последние два дня, как появились этот фрипул героев, я вообще, ты знаешь... Я просто блевал, блядь, потому что... Это невозможно. Так, это лестница, да? А мне вот сюда, сюда, сюда. Фрипул героев-то вообще невозможно. Люди просто сосут по КД. Даже в ранке, где они умудряются докачать... Докачаться там до четвертого, да? На персонажа. И идут им хуярить в ранке-то. А играть не умеют. Так что... Это больно как-никак. Чё, короче, где звезда лежит, чуваки? Скажите мне. Либо ключ... Не, я думаю, ключ лежит дальше, после звезды. Блять, куда я ушел, господи. Ключ лежит после звезды, скорее всего. То есть я сначала должен открыть ту дверь, а потом мне дадут ключ с этим... Ключ большого члена. Джедай, походу, уже все. Уже насмотрелся. Вот здесь я забрал тоже. Что-то забрал. Так что здесь делать нечего. Джедай уже все. Джедай смотрит Мэдисона, наверное. Джедаю подавай обзоры на футбол. Такие игры-то он вообще не играл. Нет, он сидит, но он, может, альтабнулся там, знаешь, звук выключил, и... Я же ему вчера сказал, говорю... Ты главное это... Ты главное сиди, а звук можешь выключить, да? Так что вот он теперь и сидит. Не знаю. А сам пошел смотреть обзор на футбол или типа того. Так, ну здесь-то... Нахуя я сюда пришел? Здесь нечего ловить. Мне надо, наверное... Куда мне надо? Блядь, что у меня с голом? Я не понимаю, почему... Сейчас, секунду, я проверю, потому что Матвеюшка кинул мне этот, блядь, черебас. Напас лавандос, да? Почему-то на голе, на моем этом, блядь, донейшн голе нету. Нету. Ну ладно. Потом починим, не ссы. Все учтется, кстати, надо будет. Маошка, блядь, вы что, слышите, что ли? Может мне там потише сделать? Вот так вот я сделаю. Алло, 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 прием. Чтобы вы не... там... Не сострадали никому. То у меня, видать, слишком сильное усиление стоит на микрофоне. Слишком большое. Такого быть не должно. Должно быть умеренно.
Должно быть умеренно. Так, ну давайте мы сходим в таком случае. Здесь-то двери нету, правильно? Да, здесь двери нету. Дверь есть вот здесь. Так, здесь мы разбили кристалл. Не кристалл, а статую. Да, бля, беги что ли ты, господи. Сука. Вообще надо барин найти, он куда-то пропал. А, еще, кстати, пароль, да? Нужен какой-то пароль, я его не знаю. Кстати, вот кросс-карта, да? Вот здесь вот. То есть тут две двери. А на одной... На одной, кажется, печать члена, да? Фигура члена. А здесь кодовый замок. Код, от которого я не знаю. Клавиатура. Ты не знаешь кода доступа. Найс. То есть, короче, я должен узнать либо код, либо еще что-нибудь. Я даже не знаю, надо еще где-то погулять. Но где? Ох уж этот турнир большого члена. Ну, здесь вот комната, там я взял кривой дробовик, там ничего нету больше. Надо либо по шкафам искать, либо искать документы. Вот либо вот здесь еще тщательнее походить. Что, возможно, здесь я не... Опа. По контракту с Энклавом сидели в окопе с Гул'даном. Жизнь занерзнула, сука, достал из кармана базука, выстрел в удар. Агуку прострелили колено с травматического лука. Мой батя директор компании Бука в героев третьей. Компании Бука, блядь. Спасибо, Минич. Спасибо. Так, ну вот здесь мы тоже все сделали. У нас здесь фонтан прекрасный, без тентаклей. Да, откуда вы такой рэп вообще берете, такой безумный? Из юмореска, что ли, каких-то, я не знаю. Прям, блять. А, не, действительно, было 661, наверное. 661, а стало 671, потом 681. Жизнь замерзла, блять. Дело сделано. Может, здесь где-нибудь что-нибудь валяется. Я бы тоже что-то... Я потерялся. Мне, по идее, надо ключ шлема, да, найти. То есть... То есть мне, по идее, надо найти красный. То есть логика какая. Я нахожу ключ шлема, да. В какой-то из комнат с ключом шлема я нахожу красный алмаз, вставляю его в глазницу, да, тигру, поворачивается и дает мне звездочку в таком случае. Это же суши, экзорцист. Бля, я не знаю, что это такое, суши. Песня такая? Или... Я не знаю... Ты меня, конечно, извини, но... Не могу же я все знать в этом мире. Особенно эти ваши задротские штучки, да? Понимаешь, о чем я? Так, вот здесь вот помер челик. Я у него тут забрал предсмертную записку. И все. Больше у него ничего нет. Я говорю, надо найти либо Барри, либо... Либо еще кого-нибудь. Потому что мы давно с Барри не виделись. Я так считаю. Стоп. Как я сюда вышел?
да, точно, точно, точно. Да, да, да. Это в столовую, да, мне выход-то? Ну да, ну да. Это в столовую выход. Здесь закрыт изнутри. Чтобы туда попасть, мне надо либо... Вот, там лифт находится. То есть это где-то вот здесь вот. А как туда попасть, я... Я боюсь представить. Так, ну, комната с пианино, я даже не знаю, тут больше ничего нет. Шаришь, не шаришь, блядь. Вы шарите, вот скажите мне, где найти ключ? Ключ с этим, со шлемом и эмблему со звездочкой. Вот тогда и поговорим, кто из нас шарит, кто из нас не шарит, блядь. А? Вы, блядь. Толкаешь, что ли? Вот тут ничего нет, тут были ноты. Если будем подсказывать, тогда будет неинтересно. Так что давай. Не, а интересно смотреть, как я... Могу часами бродить по... Понимаешь, что я могу бродить часами просто по кругу и нихуя не найти. Это со мной так обычно бывает. Я так и... Поэтому я и бросаю играть в игры. Потому что я просто на каком-то моменте застреваю, брожу... Вокруг да около. Час-два. Потом выхожу окончательно. Надо попробовать толкнуть двери в выход. О. Спуки. Собака. Пока ты бродишь, ты общаешься. Я не знаю, о чем с вами сегодня говорить. Че, я вас спросил, блядь, что у вас сегодня произошло? Потому что у меня сегодня ничего не произошло. Я сегодня... Я вчера перетащил диван, да. Мне помогли. Сегодня я приделал к нему каретки. Найс занятие, да? Вот-вот. И, короче... Каретки я к нему приделал, и все. Весь день. Я большой молодец. А у вас я спросил... Чё, как воскресенье? Спросил Миник, говорю, Миник, как твое воскресенье? Говорю, чё, в церковь ходил ты... А тебя нет, ты молчишь. Понимаешь? Understand? Так, ладно. I'll be right happy to do. Давай я тебя убью, ты меня... Блин, стой, у меня пистолета нет. Давайте убьем зомби. Самое забавное, что... Умри, блядь, уже, господи, как ты долго умираешь. Эй. А куда это ты смотришь? Куда ты смотрел только что? Я куда-то, ты куда-то смотрел, может здесь есть какая-то активная? Всегда нихуя не делал, что могу здесь, валялся целый день и страдал хуйней. Сериал. Чё за сериал-то? Что за сирик? Ладно, давайте ради интереса посмотрим, что у нас в сундуке может быть полезного для использования. Использования. Preacher. А, чё-то по-русски. Хотя я сериалы Незнайки сейчас идут или... И вообще... Чё, американский, что ли, да? Не про наших?
Так, есть нож, лента, зажигалка, сыворотка, базука. Пули. Красная трава, граната. Нет, нихуя. Так, уже 4 человека. Кто-то ушел. Какие-то сучки. Ага, мимпроджанка ушел. А, это у меня напечатали. Ты не, нет, не ссы. А, какая прелесть. ВК напечатал, лишь ты какой. Так, карта. Ну вот тут еще какая-то дверь на самом деле есть. А, или это не с этой стороны? А, не, по идее с этой, по идее с этой. А, ну это вот эта дверь, блядь, тут заперта. Закрыта. Фигура шлема. Я просто не понимаю, вот от этой загадки я что-то выиграл, мне что-то открылось? Или нет? Эта фотография подписана от колыбели до могилы. Хорошо, фотография уставшего мужчины. Внизу есть включатель. Ты нажмешь её... Блять, нет! Не хотел его нажимать. Мне надо нажать ребенка там маленького. Кстати, я... Что-то недавно заходил к какому-то челику на стрим. Вот. Но он, видно... Видно, дохуя богатый или типа того, короче. Он типа пишет. Ну, то есть я зашел к нему в ВКонтакт, да? Он играет в этот... Dead by Daylight. Вот, ребят, скажите мне, кто младше? Младенец или малыш? Я немножко не понимаю. Ну, так вот. Да это понятно. Я уже ее третий раз решаю, понимаешь? Я просто не понимаю, что от этого происходит. Просто вороны все взлетают и улетают. Так, юношам нам тоже не нужен. Так, вот, младенец, окей. Есть включатель. Пошли. Я просто уже 100 раз ее проходил. Я просто не понимаю, от нее что-то происходит, блядь. Малыш. Включатель, да, жмем. Дальше идет мальчик у нас. Вот это вот. Фотография мальчика. Включатель. Нажмешь, да, нажму. У меня аж глаз дергать уже от этой загадки, блядь. Фотография юноши. Включатель. Нажмешь, нажму. Так, а вот это че? Фотография младенца. Не, нам не надо. Нет, нам, короче, после юноши идет сразу уставший мужчина, блядь. Не знаю, почему он уставший, но... Но он идет следующий. Да, нажму. Так вот. Стример, значит, да? Популярный. Ну, не популярный, играет в Day by Daylight. Его пиарит Лена Головач. Вот. И он типа тоже там из Москва-Бада, туда-сюда. Вот. И значит... Новорожденный, дитя, бойкий мальчик, молодой человек, человек средних лет, усталый старик. Ах ты, сука. А они слетают, короче. Значит, я что-то неправильно жму. Значит, переведено раково, блядь. Значит, либо там младенец, юноша, мальчик. Они... Идите нахуй. Они, по идее, воронг не должны агриться. Как получишь гребень, блядь. Вот, короче.
И он, значит, в своем ВКонтакте, да, он постит всякого рода эти самые, ну, типа, что он купил там, да, или просто, типа, что у меня есть. И вот он, типа, у него там пекарня, да, но при этом у него, как бы, у него хуёвая клавиатура и хуёвые колонки, которые ему не нужны, да. Что самое интересное. Вот, и он просто показывает, у него там микрофон, да, блюете там туда-сюда, и говорит, вот, теперь наконец-то я могу стримить свою ебальник, свой ебальник в Full HD, да. Там показывает какую-то вебку у GTEC за что-то 6 или 9 рублей. То есть я не понимаю, блядь, нахуй нужна такая вебка на самом деле. Когда вот у тебя, да, вот у тебя вот кусочек в углу экрана, это ты. Алло, ванбойм, алло. Алло. Это злой брат Вениамина. Коля. Фотография малыша. Давайте мы начнем с малыша. Давайте попробуем вот так вот. Я думаю, это трудности перевода, чуваки. Потом начнем, потом младенец. А, блядь, не то. Вот. Он, собственно... Фотография ма... Блядь, опять не то. Вот. То есть я вот не понимаю, нахуй нужна такая ветка. Чё-то связь плохая. Ну ты чё, блин? Ну ты... Ты давай не балуй. Слышишь? Дядя. Потом идёт... Нет, потом идёт мальчик. Потом идёт юнош. Просто, понимаете, они могли перевести юношу как Young Boy, допустим, да? Ой, не Young Boy, а какой-нибудь... Короче, я не знаю, пусть будет юноша четвертым. Бля. Вот, ну, в общем, покупать вебку за 9 рублей, когда у тебя... Мало того, что на твое тупое лицо никто не смотрит, да? Так еще и... Оно расположено, блядь, в уголке. Ладно, когда ты стримишь, не знаю, как вот... Как этот, блядь. Мальцев, да, Парнас свой. Он стримит на весь экран свое огромное жирное лицо. А когда ты играешь в игру, и у тебя в маленьком уголке небольшой кусочек твоего лица, это какая-то расточительность уже совсем. Живого мужчины. Фотография подписана. Вот, ну короче, не, я просто думал потом про вебку себе, допустим, да, но мне же такая вебка, во-первых, она мне не по карману, во-вторых, она мне просто не нужна, потому что я стримлю не в таком супер качестве, да, то есть мне просто достаточно вебки с 30 FPS, потому что этой вебки она, ну она вообще очень как бы слабая. Вот, видишь, короче, смотри, пацаны, оказывается, младенец, точнее, малыш, оказывается, малыш идет перед младенцем. Чуваки, срань господня, вот кто это? Дебильные переводчики, ребят. А я вот, я говорю, я 100 раз тыкал в таком порядке, то что, да, там идет младенец, потом малыш. А оказывается, малыш, он младше младенца. Это важная инфа для вас. Что малыш, блядь, младше младенца. Сейчас, секунду, ребят. Вот с эскадрон зашел. С эскадрон пришел.
С эскадрон. Секунду. Так, короче, я ради вас, пидорасов, обижаю свою девочку, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы вы чувствовали вину, потому что... Я беру ее пиво. Она мне, конечно, позволила это сделать, но всем и так понятно, что я не должен это делать. Но... Я даже показываю так вот руки, да, вот. Я типа делаю, что поделать, да. Но вы не видите моих рук, потому что камера очень приближена. У нее же должен быть какой-то обратный зум или типа того. Так что вы, сволочуги. Бля, что-то ты требовательные игры играешь, у меня монитор не грузит. Че, ебанутый, что ли, а? Ты откуда такой вообще ебанутый взялся, ты мне скажи? То он перезвонит мне на вебку, то... То еще что-то. Все, ребята, у нас сейчас исторический момент, мы открываем дверь. Так, пивас пуз будет, правильно делаешь, что отбираешь пиво. Я чувствую гордость. Ну, ты знаешь, это тоже, я вон сколько глохчу, у меня как не было пуза, так и нет. Смотрите, пацаны, в выемках, размеше. Н-ы. А чё так медленно-то, блядь? Герб. Гербы. В выемках размещены гербы. Точка. Чё с игрой? Чё она так еле... Давай, блядь. Давай. Алло. Во. Всё, ребят, всё работает. Так, у нас есть лесенка, у нас есть место в инвентаре, и это хорошо. И настроение что? Правильно, улучшается. Как этот говорит, да? Как его звали-то, блядь? Канал добра и позитива, ты, господи. Всех забыл, ребят, всех в интернете забыл. Да, 8 трав, кстати, в особняке, ну... Бля, сможешь, правда, сходить? Ну, не знаю, да ну и нахуй эту траву. Я не помню, как я последний раз сохранялся. Запахло весной. Метелям отбу... О, еще трава, ты скучал. Как звали-то пацаны того чувака с канала Добра и Позитива? Мишань, ты здесь, скажи мне, ты помнишь точно? Он еще дрался с Немаги или типа того, я... А, Симонов, во, Сергей Симонов, чуваки. Сергей Симонов, все, я вспомнил, можете не напоминать. Запахло весной, ла-ла-ла-ла-ла-ла, метелям отбой. Симонов Серега, да, именно. А я что-то прям это, не представляете, я вообще вот последнее время, я прям вот все вот эти вот хохмы, да, интернетские, я, блядь, собаки. Все хохмы я забываю.
прям как вот, знаешь, вот вылетает из головы и все, и обратно не залетает. Иди подмойся. Ты чё опять? Ты чё нападаешь вообще, блядь? Ты ебать. Хуйуша. Ещё трава, чуваки. То ли это серый. А, кстати... Блядь, чё-то в голос. Столяна я давно уже не смотрел. Вот как у него была эпичная эта вся история с квартирой, с бабушкой, с этим, с хахалем её там молодым. Кстати, миник, смотри, есть есть синяя трава в этой игре. Чё нападаешь-то, я не пойму, на меня, на моих подписюнов? Ты чё, ебанутый, что ли? Рука, клялька, лифт спускается. В смысле спускается? Это карта сада. Ты нашёл карту сада. Ай! Ай! Запахло весной. А синяя, она вроде бы от ядов излечивает, насколько я помню. Туалет и Сергей открывай, блядь. Сергей. Плюс чат, если зовут Сергей. Так, рукоятка, чуваки. У меня есть такая. Квадратная дырка, ребят. Плюс чат, у кого квадратная дырка. Ой. Вот это заставочка. Красивая, красивая. Красиво. Подать счет на другую сторону. Отлично. Так, мне похилиться надо, я думаю. Чё это значит? В смысле, чё это значит? То и значит, и если квадратная дырка, то плюс чат. Чё, дырку не проверяешь, да? А надо проверять, надо... Хорошенько так в неё забраться там, да? Пошерудить там немножко. Чё как маленький... Пошерудить надо чуть-чуть. Просто. Что-то люди, короче, приходят на стрим и нападают просто. Какие-то дикие, блядь. Необразованные, что ли. А, тут аккумулятор нужен. Блядь. У меня нет аккумулятора. Я, походу, рано сюда пришел еще. Мне нужно аккум где-то найти, я не помню, где он лежит. А, кстати, вот еще трава. Запахло весной. Метелям отбой. Так, тут горгульи, чуваки. Тут синяя трава, блядь. Сколько же синей травы-то, господи. Я могу ее смешать, интересно, с красной? Я боюсь ее брать, короче. Мне кажется, я не могу смешать ее с красно-зеленой. Я могу смешать ее с одним цветом травы. Скорее всего, это так и есть. Но я не могу также смешать, да. А, можно. Можно смешать вот такую вот херню. И она, походу, вообще от всего. Здесь закон ментовской, а у нас воровской, да. Ауе. Ауе, ребята. Ауе. Всем ауе. Привет. Ай, бля. Ай, бля. О. 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 И сундук. И хабар всякий. Бля, классно. Бля, классно, чуваки, живем, сука. Сейчас сохранимся еще здесь, вообще прекрасно. Так, ключ мне еще понадобится скоро. Скоро я уеду, скоро. За тобой уеду, скоро. Я займусь активным спортом.
Так. Скоро лента, бля, одна лента, чуваки, осталась. Вот сейчас, походу, время подойдет, когда у меня не будет ленты на сохранение. Так что берегитесь, берегитесь. Я даже не буду, короче, тратить. Я на третий слот запишу. Бать вы фраера, короче, тут все сидите такие. Я до сих пор не понимаю, в чем был смысл показа Симонова и Толяна. А что, их даже по новостям показывали? Наверное... Симонов, наверное, приплатил. Ой, кстати, тут сейчас должна будет быть это... Очередной какой-то босс там, какая-то елда большая. Даже... А, по первому каналу, в смысле, это пусть говорят, что ли? Ну, что-то было такое. Спускай воду. Выдернешь пробку? Конечно, выдерну. И из ванны тоже. Ай, бля. Шутка юмора. Шутка юмора. Ух ты, какой ключ. S.com. А, по новостям. Я просто не видел, что они там делали. Я почему-то думал, у них там, может, какие-то разборки были. Толян, что вроде всех обманул, он оказался двуличным. Двуличным идиотом. Давай, иди сюда, я знаю, что ты там за углом. Давай. Давай, выходи. Выходи. Ой, нет, 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 нет. Отлично, отлично. Ты все еще жив, что ли? Да нет, ты мертв. Хе-хе-хе. Так. Ничего важного, а шкаф толкать не надо, по-моему, надо шкаф толкать. Блять, пардон. Ты возьмешь красную книгу. Все страницы пустые. Зачем это? Кажется, я догадываюсь, зачем это. Я понял. Но это не здесь, это в другом месте, наверное, делается, да. Это в другом месте делается. Ой. Так. Тут дырка. А, господи, блядь! Бать! О, господи. Сейчас баба осраться вот это такой херни, да? От тентакли, блядь. А, вот зачем нужна горгулья. Чтобы дырочку-то заткнуть. Блядь, там паук, я не пойду туда. Бррр, блядь. Давайте заткнем дырочку. Да.
Да не, просто тут сюда тоже надо зайти, на самом деле. Где-то тентакли ебучие. Да, блять. Давай. А ты чё, пауков не боишься, что ли? Самый смелый. А чё ты тогда боишься, если не пауков? Расскажи-ка мне. Герой, блять. Герой... этого. Герой романа. Просто здесь может быть еще больше пауков, на самом деле. Так что я не боюсь пауков. Я просто иду к еще большему количеству пауков. Окей, да? Ага, вот. Закрыто. Написано 003. О, нет. Какой-то улей огромный. Тебе уже не... блять. Ну, найс. И пчелы полетели. Фу. Высоты боятся все. Не, не все, а многие пока. Ну. У всех по-разному, не знаю. Я вот... так, 002. А вот здесь что интересно. Опа, травёха, чуваки. Но мне девать некуда. Блять, я вообще... закрыт, написано 002. Блять, ну... не, ну как-то... кто-то темноты боится, да? Кто-то... кто-то высоты, кто-то... атмоты, да? Вот. Как там есть поговорка, да? Мы боимся того... а дальше я не помню. Типа, мы боимся того... чего на самом деле придумал Бог. Нет. Я не помню, короче, какая-то там есть такая поговорочка в стиле... как, знаете, как есть поговорочка, мы то, что мы едим, да? Бля, кстати, паук-то это опасный, наверное. Давай уже с нами... блять. Ой, яд. И что мне делать? О. Короче, я въебу его с ружья. Жаль, нет ружья. Свирепый хищник под вечер чертовски опасен. О, да, сю... ой, там пауки еще маленькие, чуваки. А! А, да, сила. Немало верст. Путь туманник, кобыли, не ясен. Да, блядь, давай дави их уже. Не ясен. Гони! Кто фанат Киша, плюс чат. Кто говнарь? Надо паука сдавить, он на нахуй. Так. Да, наверное, мы боимся того, кого мы... ну че ты, че ты троллишь, а? Ну еб твою мать. Че ты... че ты нападаешь-то, а? Ну че ты нападаешь-то, ёпты? Он сломан. Несите новый, блядь, че ты, сломан. А! О, какая хуйня! Какая хуйня! Какая хуйня! Я сейчас умру! Нет, не умру. Какой страшный паук! Беги! Блядь. Господи, да убеги ты от него! Фух, опасно. Ебать. Пиздец. Чё он с ружья не умирает, я не понимаю. Сраный. Конченый паук. На. На. На, нахуй. Отдыхай. А-а-а. Что-то на туре. Вот никогда не боялся пауков, блядь. Теперь вот, вот, вот стал бояться с недавних пор, да? Спасибо, Маошке. Наверное, не знаю, кому спасибо, но...
Паук еще мохнатый такой, действительно, жесткий прям, блядь. О, сука. Не, шотган нормальный, я просто, я через раз попадал, на самом деле. О, ленточка, вот ленточку сейчас надо взять. Он так-то хороший, он, в принципе, разносит, но тут как бы есть и пушки посерьезнее, то есть... То есть, допустим, ты с шотгана можешь убить, да, зомби с одного удара, там, голову снести, и все, и он пососал. А вот, допустим... Уже каких-то больших, ёб, да, ты просто так не убьешь, вот, что-то шар 9, да? Ага, слушай, а может это пароль? 3, 9, 3 есть. 6, 9, 3, 6, то есть... А, это часы, чуваки. То есть, смотрите. 9, то есть сверху будет 12, вот так вот. Похоже, это циферблат часов. Вот, да. 3, 4, 5. Какой-то код. Какой 3, 4, 5? 3. А, ну да, да, да. Это... 3. Короче, да, 3, 4, 5, наверное. Ну ладно, сейчас подумаем. Потому что если здесь шестерка, да? Шестерка, это тройка, это девятка. А это десятка. Ну, она сказала 3, 4, 5, ну не знаю. Криповый шняк был, а в трёшке помесь зомби-паука, которые прыгали на тебя и норовили откусить ебало. А, это те чуваки, да, они... У них еще мозги наружу были, да. Вот это жёстенько было, конечно. Вот это, ребята, вот это, да, вот это я понимаю, монстр. Вот это, как говорится... Как говорится, зверь, да? Бля, куда мне идти? Где выход? Здесь бильярдный стол. Стол для карманного бильярда. Сюда мне. Так, я знаю код. Это код от той двери, чуваки. Я уверен, бля, буду. Так. Еще у меня есть книга какая-то вонючая. А здесь-то что? Я что-то не понял. Здесь пчелы, они меня прогнали. Кок. Это кок, внимание. Опасность. Алерт. Это кок. Так, хорошо, давайте... Вот что с этой дверью? Ага. Клавиатура с номерами. Ты нажмешь клавиши. 3, 4, 5. Да у нас победитель. Да. Now we have a winner. Правда, у меня нету. Ой, блядь, я вспомнил, чуваки, это просто... Бля, это такая грязь. Это сейчас колбочки, короче, мешать тут это все. На этой стене что-то написано. 1 плюс 2 плюс 3. Ой, 1 плюс 2 равно 3. 3 плюс 4 равно 7. 2 плюс 4 равно 6. 6 плюс 7 равно 13. 13 плюс 3 равно 16. Что это значит? Да, это сумма чисел. Познакомьтесь. Кто еще не проходил? Блеснете знаниями. Короче, надо наливать пропорциями туда-сюда, блядь. Аккумулятор-то где? Нахера мне аккумулятор? Мне аккумулятор. Какой на раковине? Это не аккумулятор, блядь. Дурак, что ли? Пробирки. Какой аккумулятор? Ты аккумулятор-то видел вообще? У тебя машина-то есть вообще? Что, у тебя есть машина, или интересно? Может, ты автомобилист вообще заядлый? На этой стене тоже что-то написано. Вода 1. Вот, смотрите. Вода 1. Красный 2. Фиолетовый 3. Зеленый 4. То есть, суть в чем, да?
Вода плюс красный равно фиолетовый. Так? Вода плюс фиолетовый равно зеленый, нет? Не, что-то херня какая-то, ну ладно. Короче, я сейчас пойду пописью и покурю. Я быстро. Я пока музыку поставлю, ребят. Быстро. We'll be right back.
Так. Короче, надо мешать. Скажите анекдот или какой-нибудь, я не знаю. Тут что-то фуфыжно сидим. Ключ спальни. Возьму, конечно, ключ спальни. Пчелки снова. Может, кстати, ключи посмотреть, может, на них что-нибудь написано. 002. Ага. Теперь ты знаешь, что это за ключи, девочка. 002, да? Здесь ничего не написано. Фигура Луны. Какой Луны, блядь? Нет никакой Луны. Даже не подвинулся. Похоже, он загражден. Беги! С другой стороны. Спринтуем. Капрал Клитарчук, ты... Ты ошибся стримом, блядь. Лося бьют на другом канале. Лося пробивают не здесь. Я тебе могу, конечно, музыку поставить за 300 рублей, но... Хотя, кстати, это... Маш! Пробьешь мне лося за пятихатку? Лося пробьешь за 500 рублей? Ну, лося, блядь, я вот так сделаю, а ты мне ёбнешь. Я сейчас узнаю, если что, ты готова? Все, договорились. Ребята, я открыт для предложений. Я открыт. Я готов. Так, 002. Стоп, это не та комната, это 00... Сколько-то? Я уже могу ее открыть. Это не сюда, ребят. Короче, да, я открыт для предложения, ребят. Так. А где ж 002-то было написано? Я что-то не... По-моему, здесь был. Я там что-то толкал какой-то... Какую-то эту... Вот сюда, кажется. Да-да-да-да. Отлично. Все, ключ больше не нужен. Выбросить, Летай уже. Так, патрончики, это хорошо. Это всегда хорошо. А, господи, блядь. Бей его. Хорошо. Хилимся, живем, да, как говорят в этих... На стримах подоть. Хилимся, живем. Не, ну сколько за лося? Пятихатка, как у мопса, ёптать. Ты просто должен осознавать, что... Что лось будет не очень сильный, потому что у меня в квартире только малышка и бабушка. Бабушка бить не будет.
Удалил дотку. Ну, правильно, нехуй. Хватит в это играть уже. Я уже не знаю. Я уже 3 года не играю, чувствую себя прекрасно. Хотя до этого играл, я уж не помню сколько. Очень много лет. Очень-очень много. Залося табуреткой, нихуя себе. Буретка это, бля, это вообще ебать. Просто табуретка-то в доме нет. Так, отчет. Со времени несчастного случая прошло 4 дня, и растение 42 начало расти поразительно быстро. А, да, там. Там же это... Потом будем драться с очень большим деревом. Это вирус. Короче, ладно. Очень все серьезно. Очень большое дерево, чуваки. Такая... Это тень, да, похоже? Похоже на тень, да, это тень. Ага. Так как говоришь, что бабушка бьет слабо. Ну она же девочка, ну как она может бить сильно, скажи мне. Да хороший, кто набежит, блядь. Я тебя умоляю. Так, вот здесь вот точно стоит. Сейчас тема с этими ящиками. Я вот... А, кстати, на легкой сложности вроде все просто с ящиками. А вот на этой... На других сложностях там, короче, какие-то запары с коробками, насколько я помню. Или нет. За 500 рублей я так отхуячил, гугу. Веня, что ты готов сделать за 500 рублей? Блять. Я не знаю. Сбегать еще за пивом готов. Поиграть в какую-нибудь игру совсем кансерную, да? Что я еще могу сделать за 500 рублей? В жопу дать не могу, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Что-нибудь ебануть? Да не знаю я, чувак, я не это... Я не экстремал, ты понимаешь? А то сейчас договоримся, ты как накидаете, блин, и я это... Из окна выпрыгнуть. Это только с первого этажа, ты же сам понимаешь. Возьму-ка зеленую траву, съем ее прямо сейчас. У меня здоровье немножко желтенькое. А так я не знаю, понимаешь. Это... Дело такое. Эти деньги, да, вот эти все... Все темы с деньгами. Я как-то... Как-то я не знаю даже. То есть... Ой, тут сейчас акула будет, чуваки, я забыл. 500 рублей один этаж, блядь. А некоторые... 10к 10 этаж. Нихуя, это ж надо здание найти, я в 5-этажке живу. Так, тоже все в воде. Ой-ой-ой, какое большое, какое корневище, чуваки. Это корень. Хренов корень, ребята. А это что за сумка? Не берет. Так, ну я ничего с этим корнем пока сделать не могу. Мне надо отключить воду, чтобы он перестал питаться. Так что с высоты я падать не готов. Только с первого этажа, если.
Да, на острёк, кстати, это есть. Есть. О нет. Игорь тонет, ребята. Закрыто. Тут нет скважины, блядь. Ты применил? Оп. Лан всем ББ. А ты чё, куда собрался-то? По делам, что ли, по каким? Или в паладинов играть? Надоело тебе смотреть на эту игру. Во всяком случае, всего тебе самого хорошего, Матвеюшка. Адиос. Адио. Не пиши мне больше. Это кнопка, ты нажмешь ее? Конечно, я ж... Из соседней комнаты слышны какие-то звуки. Парта масти, особенно масти, да. Да, да, особенно масти, чувак. Потому что... Масть это... Это самое главное. Там барахтается. Акулка. Че, может, дверь открылась? Да, открылась дверь. Да сейчас уж тоже, да, пора закругляться. Сейчас, может, по ладосов пойдем поиграем. Главное, да, это... До сохранения дойти. Там уже можно что-нибудь... Побарагозить. Чё-то блестит. А я блестящие штуки люблю. Ты возьмешь ключ спальни? Очередная спальня, да? Ну ладно. Чё за номер-то? О, 003. Отлично, отлично. Бля, как патронов до хера, чуваки. Придется это... Траву-то сожрать придется. Я, если, короче, одни патроны возьму, сейчас заряжу в дробовик. И оглянусь еще вокруг. Может, чем-то что-то есть? Нет, ничего больше нет. Ладно, найду еще, точнее, возьму еще патронов. И все. Есть еще 7 патронов, расстрелять можно. Не страшно. Как думаете, может, паладинов вот на таком экране запустить, типа на квадрате? То есть в одной стороне паладин, в другой... Окошко, да, и аниме. Ебать, акулки. Может, лучше так будет, чтобы люди глаза не ломали. Типа, чё у тебя с графоном? Блин, вообще ты чё тупой? Вот, а сделать вот так. Как считаете, ребят? На квадрате? Ну, давай на квадрате попробуем. Сейчас я добегу до сохранения. Запишусь и пойду в паладосов, наверное. Только еще вопрос, куда книжку девать? Потому что книжку по-любому надо вставить в какой-нибудь этот. Так, стоп, 003, мне еще надо в третью комнату зайти тогда. Как раз ключик выброшу на всякий случай. Уж с этими склянками потом порешаем как-нибудь. Угу. Больше не надо. Давай на квадрате. Так,
квадратный мальчик. Оу, боуи. Ой, привет. Давай, давай, давай. О, отлично. Он умер? А он еще и умер, господи. Ничего важного, ничего важного. Ладно, возьмем патроны для гранатомета. Кстати, скоро будет в группе 300 этих подписюнов, да? Круглая дата. Да ну, серьезно? То есть мне надо сейчас вынуть одну книгу, а вставить другую? Здесь одна белая книга, ты возьмешь ее? Блин, ну и зачем я взял патроны для базуки? А, господи, ну, я, короче, не хочу никуда идти, я просто сделаю вот так вот. А еще я только что микрофон подвинул, возможно, у вас сейчас будут небольшие шумы. Все, отлично. Не хочу я идти, короче, за книжкой. А чё тут долг? Стоп. Нет, неужели это просто книга, которую... Блять. Короче, я мог не тратить патроны. А, боже. Я мог не тратить патроны, чуваки. Вот так и живем. Стол закрыт. Ты применишь отмычка. Тут все столы, кстати, это открываются. Че это такое? А, это больше ленты. Давайте возьмем ленту. Опять закрыта дверь. В смысле закрыта, блин? Я ж не сохранился. Ага. Все нормально. Короче, теперь я через эту дверь могу зайти. Ладно, тогда сейчас сохранюсь. Эту тентаклю мы убьем потом как-нибудь. Не хочу показаться летсплеером, но... Не хочу показаться летсплеером, но... Без стрима я в нее играть вряд ли смогу. Потому что мне нужен человек, который будет смотреть, как я играю. Я не знаю, в чем проблема. То есть я могу играть в мультиплеерные игры, допустим, в Соленова, да? Но вот в сингл я играть не могу один. Меня это как-то... Граната. Базука. Пока положим. Это тоже пока положим. Блять. Это тоже пока положим. Так, надо сохраниться и все. А потом хоть трава не расти, да? Все правильно. Так, ну в принципе мы все наладили, да, у нас сейчас все хорошо. Можем переписать первый сейв, чтобы видеть, что у нас все хорошо. Тем более 13-й сейв, счастливое число. Все. Ладно. Харе. Все, ребята, харе. Так.